Металлический павильон номер 2 на Нижегородской ярмарке рассыпается под ковшом экскаватора, как карточный домик. Это последний из трех объектов, подлежащих сносу. Они закрывали вид на обновленное здание ярмарки со стороны улицы Советской. Напомним, демонтаж временных сооружений начался 16 октября и должен быть завершен до 4 ноября. В День народного единства на очищенной территории состоятся праздничные гуляния и открытие исторического мультимедийного парка «Россия. Моя история». Другие два временных павильона, расположенные по бокам от здания главного ярмарочного дома, пока остаются на месте. Вопрос о сносе будет решен уже после ноябрьских праздников.